За прошедшую неделю на всех автозаправочных станциях города снижена стоимость топлива А92 на 20 копеек, А95 и дистоплива на 30 копеек. На станциях государственного унитарного предприятия АЗС повышения цен не было вообще. Об этом губернатору рассказал начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Эдуард Петров. Беседа касалась результатов мониторинга цен на товары и услуги. Эдуард Петров сказал и то, что цены на социально значимые сорта хлеба расти не будут. Я хочу еще отметить, что несмотря на новогоднее повышение цен, на предприятиях ГУП АЗС повышение цен с начала года не было вообще. Что касается цен на хлеб, есть абсолютно полное взаимопонимание с нашим основным производителем «Царьхлеб», который производит более 100 тонн в сутки и реализует на территории Севастополя порядка 80% своей продукции по недопустимости сейчас и в дальнейшем повышения цен на хлеб по социально значимым категориям именно продукты питания, хлеб, ржаной и хлебной муки. Эдуард Петров добавил, что по результатам проверок основных торговых сетей, таких как «Фуршет», «Сельпо», «АТБ», «Новус» и других, из-за несоответствия заявленной цены товара к цене фактической были возбуждены дела об административных правонарушениях. Отдельно он сообщил и об организации постоянного контроля за состоянием цен на детские продукты питания. На них правительством города утвержден предельный размер розничной торговой надбавки к цене закупки. Он равен 11%. При этом торговая надбавка на средства детской гигиены государственному регулированию не подлежит.